Добрый день, дорогие друзья, и говорим о сладких перцах. Вот сейчас у нас перцы находятся в пеленках. Что же у нас сначала было? Сначала перцы были посажены без земли, в скрутке. Где-то на шестой день перцы уже дали росточки, на десятый день появились петельки. Перчики проросли. В скрутку добавляем немного земли. Вот вы видите, это скрутка с перцами. И после того, как перчики окрепли, мы сделаем пикировку в пеленке. Вот каждое растение пеленаем, действительно получается как пеленка. И здесь перцы будут находиться до высадки на грядку. А сейчас посмотрим перцы, которые были посажены в середине февраля без земли и потом распикированы в пеленке. Вот так сейчас они выглядят. Вот в каждом контейнере умещается по от 8 до 10 штук. Значительно экономим место. И вот еще наши перчики. В пеленках перцы будут находиться до высадки в грунт. И уже несколько лет сажаю таким образом сладкие острые перцы. И результат пока нас радует. А как вы сажаете свои перчики?